Доброго времени суток, уважаемые мои подписчики и зрители канала. Продолжаем мы движение, начатое нами в Ютубе теперь. И сегодня у нас следующие задачи. Пришел у нас донатик. Огромное спасибо подписчику из США. Пришел у нас донатик по системе MoneyGram. Вот сейчас я хожу, не получается пока у меня получить его. Не знаю, где это, в интернете смотрел, ищу, хожу, приложения нет, чтобы скачать, на карту вывести. Не знаю, как это делается, но работаем. Эти деньги предназначены, значит, на восстановление паспорта синему. Ну, я вообще первый раз слышу эту историю от Сашки. Каким образом, он гражданин Молдавии, каким образом и какой паспорт он собирался восстанавливать, почему, я об этом не знаю до сих пор. Ну, как бы так, действуем. И еще хочу сказать за вчерашний день огромное всем спасибо, ребята, за денежные переводы, которые перевели мне, поздравили меня с днюхой, спасибо огромное. Ну, часть средств, конечно, я там потрачу на ребятишек, на наших бомжиков. Вот. И сегодня, значит, спасибо за донат ростовской братве. Буду проходить мимо ребятишек наших, опять же, повторюсь, подогрею их там сигаретками и так далее. Все, работаем, движемся. Спасибо за подписки. Вчера у нас был взрывной денечек по поводу подписчиков. Благодарствую вас, ребята. Смотрите канал, смотрите параллельные каналы, делайте выводы, пишите комментарии, лайкосики, обязательно колокольчик, чтобы были всегда в курсе событий, происходящих у нас на канале. Всем добра, газуем дальше. Вот один наш гражданин, блядь. Ой, опять матом. Сказали мне не ругаться матом, а я ругаюсь матом. Нет, я греюсь. Греюсь. Че? Валерка кто? Валерка, все уже, ну, опять? Угоняем, блин, и отсюда угоняем. Опять грязнющий? Да нет, по-моему. Подстриг, переодел, помыли, спину намазали, все как это. Не зря. Чего? Я предложил другой вариант. Почему зря? Там что-то делать надо. Да надо. Надо. Я ему сказал, что он будет. Он говорит, нет, дай мне. По-другому никогда. Что я умею? Да блин, заебал. Какой чеснок на рану? Ты что? Да хорош себе это на. Имя. Да хорошие народные эти приметы, ой, эти, ну, рецепты. Каждый лечит по-своему. Там самое главное у него желание, он сам не хочет ни хера делать. Он не хочет. Вот сейчас вот там. Я говорю, я пойду греться. Этого Аслана сейчас видел. Аслан говорит, он уже опять там, или короче, грязный, он сказал. Испражнился. Штаны. Кто? Аслан? Да не Аслан, а Космосы. А, это Аслан сказал. А вон, прямо пропит там, на хате. Почему гонит? Прямо пропит. А что, больше никого нету здесь, да? Откуда? Ну так. Маша, вот. Аслан, прыгнул. Я понял. После заявок. Да не было там никакой заявы. Заявы. Так их всех забрали. Потом оказывается, все-таки она что-то там накорякала. Нет, там износила дверь, конечно. Если я здесь ее делал, он прям очень. Вот здесь жарко, чувствуешь как? Жара вообще здесь. Если да, она по-любому сама разделась. Зачем они так жарко включают? Неужели там ее нельзя настроить? А нет, здесь пол горячий. Вообще как в бане. Здесь, а, и теплый пол, да? Конечно.
Да. А, ну да, здесь еще теплый пол. Вообще не сюда прихожу, мне не мороз. Вот это украли эту. Такая же вот фишка висела. Воровали, вот из-за этого вообще добили полностью. Сняли. Это вы украли отсюда. Так, ну пойду я посмотрю на космос, а что он там, как он там живет. Вот. И надо. Банк Восточный. Нигде не видел у нас здесь банк Восточный. Восточный банк. Нигде здесь не видел, так на глаза не попадался. Нет, Восточный, не знаю, только это как его. Наверное, белорусский. Да не, нафиг мне белорусский. Здесь где-нибудь. А здесь только ВТБ. Я понял. Ну ладно. Отдыхай, ты поспать, да? Прилем. Да я не сплю, я погрелся. А, я понял. Приболел все. Я понял. Ну, когда гонял, хочешь сюда, на метро. А куда я пойду? Домой еду. По работе что-то молчит этот гражданин, не знаю. То, что я говорил по озеленению. Да мне сам нам Костик уехал. Костик мне звонил вчера, все нормально у него, трезвый. Черненький наш. Слава Богу, да. Я ему сразу сказал. Алик позвонил. Собрались оптать телефон. Я ни с кем не могу связаться. Конфликт был такой серьезный. Молодняк. Я понял. Ладно, грейся, пойду я. К космосу схожу. Матушка, здравствуйте. Добрый день, Александр. Рада тебя видеть. Да потихонечку пойду сюда в теплый туннель. Мне Галина сказала, там ребят часть. Да, там Валера и белорус Валера. Ага. Александр, я вот Валере сказала, если ты увидишь ребятам, ну мало ли, может, кого-то нового там. Значит, у меня 40 дней близкому родственнику 27 марта, и в пятницу и субботу я могу к ребятам не приходить, потому что едем за город туда. Захоронение и все такое, ладно? В урна, понимаешь? Места нет, потому что родительское кладбище за город, и захоранивать будем в урну. Поэтому в пятницу, в субботу у меня может не быть, ладно? Александр, тебе здоровья, всего доброго. Всего хорошего. Помоги. Че, кот, здорово. Здорово, Сашка. Че, как, самочувствие? Если честно, Сань, я тебе вот сейчас так... Ну, вот от души как есть, расскажу. Я от тебя, когда ушел, короче, встретил губу. Не знаю, как там, где там, у меня там какие-то копейки были, там что-то там было, короче, кое-как насобирали. Ну, короче, буханули. Да. И менты заебали. Не, ну чистый вроде, не извозюкался пока, да? Почему я что, валялся, что ли? Ну, давай такое вот состояние поддерживать. Вот в понедельник баня, в таком состоянии тебе не стыдно идти. Опять чуть-чуть помылся. Я же не езжу, как говорится. Давай, там штаны вторые есть. Штаны вторые есть, там майка есть. Раз это забрал, я постираю в машинке, это новое оденешь. Пока так, пока не придумаем что-то конкретное. Понятно. Давай, собирайся в понедельник в баню, нахуй. Сюда, на эту. На... Нарисовался. Здорово. Здорово. Как оно? Нормально, потихонечку. Лера, как оно? Так, ну... Кто-то там, кто-то здесь. Покушать у тебя есть? Сигареты есть? Сигарет нету, на тебе сигарет. Так, бухла нихуя не покупай. Я вижу, ты не с похмелья, ничего. Делай. На бухло люди просто категорически нахуй сказали, не давать тебе нахуй. На бухло найдете сами, с меня все остальное. Стоп, одну секунду. Да. Кто сказал? Что кто сказал? Вот это вот. Подписчики сказали, 6000 с лишним человек за тобой смотрят. Мы вчера порвали просто своим роликом, понимаешь, порвали интернет, вот. Там, а что за ролик-то? Когда мы мылись с собой, брились, мылись, подстригались и так далее. На, сам, ветер.
И все хотят, там вот перевел чувак с Ростова, от ростовской братвы тебе, понимаешь, деньги перевели сегодня, вот. Ну, я не знаю, там, если хочешь, я там, ну, что-нибудь легкого, бутылку пива могу тебе взять с этих денег. Остальное я буду периодически приходить, там, пирожок, чай, что-то, сигареты. Сашка. Да. Мне не надо ни пирожок, ни чай. Да. Тебе надо въебать, водяра, нахуй. Нет, ничего не надо. А лучше купи чекушку. Вот, началось, чекушку. Да, не бутылку, а чекушку. Ладно, сейчас куплю. Это. Я не прошу. Короче, ребята, ну ты понял, да? От ростовской братвы это деньги. Ты понял, кто это? Люди пробили, кем ты отбывал, все такое. Оттуда уже, понимаешь, корни растут. Понимаешь, да? Плохого за тебя никто нигде не сказал. Я к этому никак не отношусь. Но если такие люди тебе начали помогать и вытаскивать... И звонил вчера еще чувак, прям звонил мне с этого, с Ковылкина. Да, и сказал тебе вот так. Передал прям, я вот цитирую его. «Космос, не позорь мордву, возьми себя в руки, если тебе столько народу помогает». Иди навстречу помощи, не убегай от нее. Понимаешь, вот это вот твое состояние, ой, да не хочу, да, блин, неохота, да ноги болят, через не хочу. Взял, встал и пошел. Даже уже и Калкинский знает. Да, все знают, весь мир знает. Понимаешь, и тебе хотят помочь. Ну что, 49 лет, все, предел? Что, 15-ку, 20-ку еще не потянем? Легко. Ну вот. А чтобы потянуть, тебе надо ноги вылечить. У тебя, вот это то, что у тебя на шее рана, это херня. По сравнению, что у тебя творится с ногами. Они у тебя опухли, как эти, как у слона Сталина. Я знаю, что я без ног остался. Без ног. И не вздумай что-нибудь придумать из прошлого из своего. Понял, да, о чем я говорю? Например. Например, аптеки. А! Угу. Это вариацию... Помнишь, Саша, я тебе когда как пообещал то, ну. И с того момента, вот даже было, да, вот лежит, угу. Лежаковый, я куда зашел. Я понял. Все, короче, это лирика, пошел я за чекунцом тебе, вот, все, пока у меня больше... Я и Саша. Да. Я, короче, попробовал. Раз, может, раз, ну, пока чистенький. Блин, говорю, пойдем это в понедельник. Теперь можешь даже сам. Можешь сам. Я приду, тебе дам пакет. Туда придем, ты эти вещи снимешь грязные. Я в машинку закину, новые оденешь. Ну, не новые, а чистые оденешь. И так вот хотя бы два раза в неделю. Я понимаю, что там ночью может произойти форс-мажорный вариант. Вот. Все мы это понимаем, все мы это понимаем. Бля, организм слабый. Сталь, веришь, нет? Братское сердце. Да. Давай, быстрее. Не хочу брать. Я молился за тебя. Именно за тебя. Спасибо, братан, спасибо. Ну и за себя не забывай. За меня молишься, за себя не забывай. За себя я же молитву когда веду, я, но это не, ничего спасибо. Не значит, но сам факт то, что я тебе не забываю. Не падать, не падать, духом вроде все, ногти постригли, постриглись, все нормально, все замечательно. Сашка, погрей. Давай, давай, дегрейся, я сейчас подойду. Это как он? А. Я понял. Здорово. На тебе. Чекушку. Это хорошая вещь. Да, никому не давай. Кос, еще раз, у тебя это должно отработаться, выработаться, блин, практически инстинкт.
Понедельник, пятница. Душ. Понял, да? Понедельник, пятница, меняем шмотки. Хотя бы так. Два раза в неделю это более чем достаточно. Более чем. Да. Вот. А потом что-то будем придумывать, изыскивать варианты, куда тебе и как дальше двигаться. Значит, что еще я хотел сказать? А, и самое главное. Мы тебе пытаемся помочь. То есть у тебя задача помочь нам. Захоти сам себе помочь. Вот. Я только хотел сказать. Если ты поможешь сам себе, ты поможешь и нам, всем подписчикам, и мне в частности. Понимаешь? Не опускай руки, поднимайся. Я услышал тебя. Услышал. Вот опять, у тебя, я тебе давал носовой платок. Нос, почему у тебя? В чем он у тебя? Блин, туда лезть. Туда лезть. Все, короче, жив-здоров, слава богу. Жив, нездоров, ни хрена. Санька. Да. Жив-здоров, благодаря. Благодаря всем, все топят, не только я, понимаешь? Мой канал, ну там за тобой, там люди хотят с тобой по видеосвязи пообщаться, понимаешь? С Казахстана вот сегодня парень звонил. Да я ему, говорит, ватару, то что он опустил руки. Вот эти твои земляки звонят там. Ну и много людей за тебя, которые переживают. Рано издыхать, понимаешь, здесь на Савеловской. Не хватит ли нам хоронить всех здесь? Под безымянным крестиком нам. Пойдем. Никто же не похоронит, понимаешь? Я с тобой. И я даже не похоронил. Пойдем, я с тобой пойду. Почему? При тебе мусор не будет. Ты не знаешь работу мусоров? Они обход сделали, ты увидел отсюда, нет мусоров. Заходи. Все. Вышли, не надо с ними спорить. Вышел, покурил. Так я... Они ушли, ты назад зашел. Элементарно, Ватсон. Один. Он был один. Я просто сейчас летаю по делам, понимаешь, мне там Именно ко мне претензии. Ну, к тебе претензии. Ну, сейчас какие к тебе претензии? Ты чистый. Вон она у тебя там, видишь, подзапеклась. Смотри, действует эта херня. Подзапеклась, да? Подзапеклась, да. Но это надо делать чаще. Это каждый день, блядь, надо делать. А мы сделали один раз с тобой. Я изыщу там средства, куплю этот баллон еще. Вот, я не знаю, сколько он стоит. Вот у меня осталось твоих 400 рублей. Вот, чуть меньше там. Ну, пусть 400. Сейчас я зайду в аптеку, узнаю, сколько это стоит. Очень удобно просто. Там люди советуют там присыпать тем, привернуть, лейкопластырь, херастырь. Это все дорого, понимаешь, да? У нас нету таких средств. Мы исходим из того, что у нас есть. Вот 400, 5 сотен было твоих, я чекушку купил, остальное на лекарства. Сань, да. Все-таки, бля, ты у меня забрал, и я сам должен себя. Чего? Блядь. Чего? Уже 5 сотен. Это никто не отдавал, это перевели сегодня из Ростова. Парень перевел мне на карту. А, ну все. Сказал, это для космоса. Я говорю, я у него поинтересовался, что ему купить. Сань, на свое усмотрение, если попросит там поесть, поесть, выпить, выпить. Ну, если на мое усмотреть, то я усматриваю вот так. Чекушку я тебе купил, сигареты я тебе дал, остальное все на лекарства. Я посмотрю, сколько лекарства стоит. Останется 100 рублей, значит, там останутся. Не останется? Понял. Лекарства, вон, я мазь Машки купил, она 100 с лишним рублей стоит. Галимая, это гепариновая мазь. Ну. Все, так что давай, иди грейся. Я побежал на Савеловский рынок искать маниграм, где снять деньги. Какие люди в Голливуде? Здравствуйте. Балалайки. Здравствуйте. О, Санек. Дай я хоть тебя на видео сниму. Так. Опять бухаешь, да? Что случилось? Да мы из дома едем. О, Рашид Петрович. Ты с тобой говоришь? Нихуя себе, какие люди, блин. Мало
Здорово. 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 Как? Иди твою за ногу, блядь. Очки снимать не будешь? Не, очки не буду. Точно? Четвертый месяц не бухаю. Да ты что? Да. А за наше не выпьешь, что ли? Не. Да ты что? Не выпью. Я у меня вчера днюха 41 год была, я и то не пил. Щепука! 41 вчера. А вы же обезьяны. Обезьяны, да. Что, не похож, не похож, что ли, блядь? Вы же обезьяны. Вы олимпийские, а я чуть-чуть старше. Чуть-чуть, да. Да, 12 лет. Да, так. Да. Сань, чем помочь можно? Друзья, и вот по поводу, значит, нам дали пионерское задание. Попробовать на неделю купить на $20 продукты, которые прислали нам донаты из США. Наша одна из подписчиц получила эти денежки. Вот мы с ней сходили в магазин. Ну и смотрим, это для Саши, для Синего. И смотрим, что мы купили. Вот две пачки такого фарша, да. Здесь по крупам. Макарончики, рис, гречка, сахарный песок. Ну так вот. Картошка, значит, из такого существенного, значит, пару банок тушенки, не знаю, какое оно там имеет качество, вот, но оно есть. Курочку, масло, ну, я думаю, в принципе, на неделю, как бы, основное все есть. Да, все основное есть, поэтому огромное спасибо нашим подписчикам из США. Мы имени не будем называть, да. Попросили остаться инкогнито. Конечно, благодарю всем, кто участвовал в этом, Саню, еще здесь инкогнито сидит у нас, вот, и там инкогнито. Ну, так что, ребята, не забываем ставить лайк, да, иначе уволю. Всем огромное спасибо. Подписываемся на канал «Братское сердце». Так, и вот по суммам, ребята, значит, такой отчет. Сколько мы получили, где это тут посмотреть, вот сумма полученная в рублевом эквиваленте на сегодняшний день $20, вот, и здесь мы потратили, да, немножко мы превысили лимит, но позволило нам, братское сердце, ситуация позволила нам, да. Все, подписывайтесь на канал, комментарии, лайки. Санечек. Я же говорю, ребята, да. Не будете ставить лайки, я вас уволю. И завтра ожидайте, я приду к Саше в гости, да, проведем с ним дискотеку. Я сегодня запустил видео, но я не знаю, как я его запускал, короче, но оно пошло туда, да, и как бы там вышло, короче, как бы будет типа стрим, все туда начали собираться, а я его концовке, я же не понимаю в этом, ребят, вы меня простите, ну, вот, молодец. Получилось так, что, ну, видео, короче, как предпросмотр ты сделал. Да, получилось как предпросмотр, короче, там, угу. В 15:15, но вышло, что это просто я видео выкидывал, так что не обессудьте меня, я еще молодой, я только учусь. Все, всех благ, подписчики, подписывайтесь на канал.